свете реализации социальной инициативы президента Украины Виктора Януковича «Дети будущей Украины» в Донецком областном дворце детского и юношеского творчества прошел финальный этап третьего всеукраинского фестиваля-конкурса народной патриотической песни «Украина, зоре моє». Сегодня у нас открывается очень красивое и очень значимое мероприятие. В третий раз на Донецкой земле собираются певцы со всей Украины и будут звучать прекрасные украинские народные песни, патриотические песни. И слоган нашего мероприятия такой вот необычный, мы его придумали, от Донецка до Карпат, «Песни долают відстань». Наталья Кощеева, одна из организаторов конкурса, считает, что особая значимость этого события заключается в том, что фестиваль народной песни такого масштаба проводится только у нас. Вы понимаете, песни сейчас больше модное эстрадное движение. Эстрадных песен много, фестивалей этого направления проходят. А вот народное, да еще и патриотическое, я думаю, что это очень редкий фестиваль. По-моему, одни мы его и проводим. В Донецк съехались юные вокалисты из 15 городов и 10 районов юга и севера, запада и востока Украины, делегации Киева и Крыма, Львова и Луганска. У нас из 9 областей приехали гости, из разных регионов этих областей, Кам'янець-Подільський район, там, ну то есть большая география, что тоже, в общем-то, не часто на фестивалях бывает, тем более на детских. На финал съехались юные исполнители трех возрастных категорий, сначала одержав победу районного масштаба. Волновахский район представляла Анастасия Шпаренко, завоевавшая первое место на районном туре возрастной категории 10-13 лет. Больше мне нравятся песни, ну как, народные. Ну, например, я пою «Спею Соловейку», я ее очень давно уже пою и привезла показать вам. Из города Шахтерска приехала в Донецк юная солистка София Заика. Я исполняю песню «При долині Кучкалини» и «Черевички». А на что именно вы любите именно эти песни? Ну, они мелодичные, там мелодичная, а вторая, она веселая и интересная. Как давно вы поете народные песни? Ну, я пою народные песни где-то уже 3 года. А почему именно народные песни? Ну, у меня больше получается народные песни. В конкурсных соревнованиях выступили 187 исполнителей народных песен в трех возрастных категориях. Среди них 49 солистов, 4 дуэта и трио и 16 вокальных ансамблей. У ней душа дитина, світ летить, вона весела і жартівлива, а то і суму раптом зазвучить. Народна пісня найдорожча, мила. Вона в душі щоденно, й у вісні. Главная цель конкурса – патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами народной песни, развитие и поддержка творческих способностей детей и подростков по направлению вокальное искусство в народной манере исполнения. В арсенале Донецкого народного ансамбля «Панаир» – греческие песни и танцы, но на конкурсе они исполняли украинскую композицию «Привітання». Узнать современные танцы более про наш мир, а в народном узнать больше про Украину, про наши традиции. Мне кажется, все тянутся за современностью, а никто не остается при народных традициях. Меня лично, я не знаю, как моя подруга, меня это вдохновляет. Я попыталась ходить на какие-то современные. Мне не нравится, не тянется душа. Просто сюда мне тянется душа. Вот и все. В этом весь секрет. Мастерство юных участников конкурса оценивало профессиональное жюри под руководством заведующей кафедрой сольного пения профессора Донецкой государственной музыкальной академии имени Прокофьева, народной артистки Украины Раисы Колесник. Третій конкурс. І яка назва цього конкурсу? Українська патріотична пісня. І це дуже символічно, тому що ми з вами вже сказали, що виховуємося з самого дитячого віку українською піснею. Жюри и оргкомитет отметили высокий уровень подготовки участников конкурса, которые радовали всех первоклассными голосами, манерой народного пения. Фестиваль раскрыл новые звездочки детского творчества, которые популяризируют народную песню. Для участников мероприятий была организована насыщенная программа досуга. Конечно, мы с удовольствием нашим гостям покажем наш прекрасный Донецк,
покажем Донбасс-арену, проведем их по бульвару Пушкина, паркованных фигур. Ну, у нас очень много мест в Донецке таких, которые можно и нужно показывать нашим гостям. Кстати, у нас приехала команда из Львова, из Хмельницкой области, они впервые в Донецке. Погода благоприятствует, мы думаем, что наш город они полюбят и увезут самое хорошее впечатление из нашего фестиваля, из нашего города. Высшую награду конкурса «Гран-при» получил ансамбль «Спивограй» Центра творчества детей и юношества «Подсолнечник» города Белая Церковь Киевской области. Наталья Волошина, Александр Худалий, Первый муниципальный.